там где стол? Ну, за стол. Вот она, да, где стол. Ну как плохая, посмотрите, что это такое? Ну? Плохая? Старик какой-то. Старый такой, злой. Посмотрите, что это такое? Злой? Старый, злой, только глаза голубые. Я бы сам бы не узнал бы, что это я. Просто вы так уже подали, что это... Вроде вы меня. В разных местах, по разному случаю, там ни разу слово это однозначно не звучит. Оно неприятно мне даже. Оно появилось в Москве лет 20 назад. И он мне уже не нравился само по себе, значит, однозначно. То есть человек как бы предполагает, что другого нет мнения, и все. Поэтому мне органически было противно, я его не мог употреблять. Я кожа, он мне немножко страшно. Перед вами зумлившись. Я не похож, не похож. Нет, мне... Нос такой, какой-то рубильник, такой... Как вы его интеллигентно. Нет, ну не то, что утрировано должно же быть. Так интересно, если прямо. Я согласен. Здравствуйте, да, близко мне-то к сатире.